Тауэре, королевский гвардеец во время марша сбил и наступил на ребенка. Дежурные гвардейцы предупредили о приближении патруля, но, к сожалению, ребенок неожиданно выбежал перед солдатом. В ведомстве добавили, что гвардеец попытался перешагнуть через ребенка, но нечаянно наступил на него, после чего продолжил выполнять свой долг. Как оказалось, с мальчиком все в порядке, он не получил никаких травм и продолжил свою экскурсию. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.